К Дмитрию Демидову обратилась новополочанка со своей матерью. В их долевой собственности находится квартира. Доля 1/3 принадлежит сыну новополочанки, который имеет группу инвалидности. На данный момент он проходит лечение в интернате и поэтому зарегистрирован там. Так как в одной из долей квартиры сейчас никто не зарегистрирован, теперь, согласно постановлению Совета министров, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, среди которых горячее водоснабжение, газоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета, а также теплоснабжение, необходимо по так называемому большому тарифу. Законодательство поменялось не только для тех, которые не заняты в экономике, а также у кого жилые помещения разделены на разных собственников, да, где не один, а два, три, возможно, бывает и более, 4-5 собственников. Поэтому необходимо, чтобы каждый собственник был зарегистрирован в своем жилом помещении, в своей доле. Если этого не происходит, то в данном случае и возникает 6-кратный размер оплаты жилищно-коммунальных услуг. В каждой ситуации индивидуальный подход. Представители городской власти совместно с специалистами расчетного центра Новополоцка взяли решение этой проблемы на контроль. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ.